Риск – это моя специальность, скорее всего. Практически да. Если убираем эмоции, конечно. Я думаю, что методы управления в любом бизнесе одинаковы. Это профессионализм и ориентация на клиента. Заболеть своей профессией. Первый совет. Второй – не дергаться, не смотреть по сторонам, а идти к своей цели. А третий – беречь свою репутацию. Нет, совершенно разные вещи. Семья – это эмоции, а бизнес – это расчет. Ну, страховка – это веревка, которой страхуют альпинистов. А страхование – это финансовый бизнес, который построен на доверии, наверное. Там рынок цивилизованный, развитый, здесь рынок развивающийся. Не меняться. Везение.